Друзья, всем-всем привет! Всем доброе утро! У нас сегодня страшный мороз, минус 29, с ветром. Ветер очень сильный, холодный. В общем, дома сегодня печку так топило прилично. Ведро засыпало, потом где-то еще с лопату добавляла. И потом еще дровину закинула, чтобы уже наверняка до вечера хватило тепла. Прям холодно. Видите, кто-то у меня. Внучок приехал. Ночевал. Заказал мне кашу рисовую. С утра ему сготовила и сами пообедали, позавтракали кашей рисовой. На печку поставила. Я же встаю рано. В общем, в 8 я ее включила, в 9 она готова. А Шурик вот только недавно проснулся. Я ему поставила на плиту. И, в общем, накормила его уже кашей. Ну, печенье немножко Шурик поел. Немножко. В общем, понемножку едим. Сейчас я, наверное, 2 съела. Я говорю, Вове, на второй день таки вкуснее. Но как бы его кусаешь, оно, как знаете, как слоеное, что ли, получается. Ну, все равно, не зашло. Печенье не зашло. Так. Друзья, у меня сегодня другое блюдо. Ну, это точно получится. У меня есть простокваша. У меня есть сыр. Сейчас заведу лепешки с сыром и с зеленью будут у меня лепешки. Так, что я сюда полезла? А, бокал мне нужен. Мне нужен бокал. Измерить, сколько у меня здесь простокваши. Кефир. Называю простокваша кефир. Так. Ну, я вот бокал наберу, тут, наверное, больше будет. Да нет. Чуть-чуть. В общем, я весь его вылью. Пускай там. Так, значит, бокал простокваши. Муки возьму примерно 3 таких бокала. Наугад, короче говоря. Мука здесь у меня первого сорта. Все равно я вот, все равно просеиваю. Хоть она и чистая, но все равно просеиваю. В общем, заведу тесто на лепешки. Посолю. Соль комками какая-то. Посахарю. В общем, как только начинаю снимать, кто-нибудь звонит. Так, ну что? Соды достать надо. Говорю, ты куда собираешься на улице, холодрыга? Он собирается. Иди поздоровайся с подписчиками. Ну, да. Привет всем. Привет всем. Поздоровался. Так, все, я замешиваю тесто. Что у меня? Соль здесь, сахар здесь. Перемешать. Валью сюда кефир. Ой, заморала я. Соды. Саша, тепло одевайся. Соды чайную ложку надо насыпать сюда. Пускай загасится. И яйцо еще надо убить. Варежки взял? У нас двери промерзли до самой ручки. Вообще. Одно яйцо вобью сюда вот, в стороночку. Так, все, давай, бери. Пошел гулять во двор, сейчас прибежит назад. Там холодрыга вообще.
Так, все, тут загасилось. В общем, перемешиваю вот так вот. Замешиваю тесто. Думаю, что хватит, наверное, кефиру. Тесто замешала. Вот такой колобочек получился. Маленечко муки осталось. Не стала я забирать, а то будет тугое сильно. Вот. Сейчас я в мешочек, пусть оно разойдется в мешочке. Пусть полежит, отдохнет. Продолжаем. Сейчас сыр натру на терке. Шурик уже нагулялся, нос поморозил, пришел домой. Там холодно. На крупной терке натру. Натерла сыр. Внучок говорит, баба, я буду блогером. Я говорю, давай. Я тебе передам по наследству. Так, добавлю сюда укропчику немножко. Саша говорит, баба, много не сыпь. Ну, немножко. Для красоты. Да, Шурик? Перемешаю. И все, сейчас будем делать. Стряпать лепешки. Быстро будет и вкусно. Ну, что-то мне кажется, маловато. Или пойдет? Пойдет? Ладно, пойдет. Так. Что у нас там с тестом? Тесто отдохнуло. О, даже здесь маленечко в мешочке поднялось. Сейчас я его... прикатаем. Тесто. Раз. Два. Так, на 4 штучки. Сейчас раскатываем лепешечки. Маленечко маслом смазать. Чё, Шурик? Не так приставала. Мне тут места вот как-то мало. Мне здесь все мешает. Так, ложку взять. Включу сразу плиту. Вот так буду собирать. О, уже вкусно. Уже вкусно, конечно. Еще бы невкусно. Сейчас потоньше раскатаю. Сковородку еще надо поставить. Скатать надо потоньше. В общем, на сухой сковородке я буду их жарить. И маслом сливочным потом поливать, смазывать обильно. Вот так вот они тоненькие получаются. Вкуснятина будет.
все. Вот такая, друзья, тоненькая. Вот. Сейчас сковородку поставлю. Я, наверное, на блинной буду делать. На вот этой. Пусть нагревается. Буду вторую пока эту в сторону. Вторая будет у меня на готове. Два я уже спекла. Сразу маслом промазываю хорошенько. Оно впитывается сразу же. Так, ну-ка, что тут? Чтоб не подгорели. Еще одну сейчас вот эту спеку. И пока на этом все. Тесто у меня еще осталось и начинка осталась. Может быть, после обеда еще спеку. Ну что, друзья, пробуем. Я тут уже надламывала, он горячий. Вот видите, как сыр тянется, тянется, тянется. Ну-ка, на вкус лепешечка какая. Ну, видите, так тоненько вроде бы. Вкусненько. Лучше печенье. Вкусные лепешечки. Ну, тоже только есть горячими, потому что у меня Вова любит все горячее. Вот Тишка у нас. Живет как кум королю. Где он только сегодня не спал. И на мой ноутбук забрался, лежал на ноутбуке. И где он и на диване сверху, и на комод залазил. Сейчас здесь место. Видите, он любит на животе спать. Весь выкинется. Большущий уже стал. Здесь у меня сейчас выкипит водичка. Поджарю молодое мясо куриное. А здесь вот сурпа. Я ее сейчас подогрею хорошенечко. Бульон. И кину туда лапшички мелкой. Видите, это желтая-желтая. Курица жирная. Хорошая. Сейчас сюда налью маслица поджарить. Готовлю баню. Все, я уже воды натаскала. Сейчас я ее затоплю. Холодно. Сколько тут градусов. Вот такой холод. Так. 25. Где градусник? Вам видно? Нет, 25 градусов. Ветер холодный. Сейчас я уплю за такую баню и буду уголь домой носить. Уголь, дрова. Ой. Так. Неохота топить. О, а что у меня свет тут не горит? Не знаю, а там горит. Здесь горит лампочка. А здесь что-то этот не горит. Ну ладно. Это неохота топить, а что сделать? Завтра же еще праздник. Друзья, завтра же еще... Ой, сяду. День матери. Поэтому всех поздравляю с наступающим днем матери. Всем крепкого здоровья. Всем всего хорошего, всем счастья в каждый дом. И всем нам мира. Самое главное, еще мира нам надо. Чтобы не было войны. Господи. Ну все, сейчас я ее затапливаю. Так. Маленько неправильно наложила. Задрала вверх. Чуть-чуть надо бы пониже, а я это... Дровину не опустила. Хоть бы загорелась. А то сейчас буду ворожить сидеть. Возле этой печки. Ну, должно. Коры насовала. Дрова вроде сухие. Как здесь холодно вообще. Это пар столбом. Ой, аж на руки мерзнут. Все, я ее прикрываю. Пошла в дом уголь носить. На вечер.
золу выгребать надо. Друзья, давайте я буду с вами прощаться, наверное. Всем всего хорошего. В общем, всех с праздничком. Всем добра, всем мира. Всем пока-пока.